Всем приветики. Сейчас, а я даже не знаю, как он называется. В общем, это секонд-хенд. Я там походила, поснимала уже. Решила приветствие снять. Вот Адриан у нас плачет. Честно говоря, не знаю адрес. Мы Point Lumi. Что-то я улицу не нахожу. Здесь вот US Bank. И, не знаю, только вот 4864. Просто шикарный. Вот это вот антикварный центр. Просто шикарный. Я таких не видела. Адряшка, не плачь. Так что советую всем, кому интересно такое. Кто? Ого, ничего себе. Как эти яйца? $250. Столько всего. Игольничка старая, $39. Старинная, можно подушку сменить. Сверху, да, заменила, а симпатичная. Вот такие брошки можно тоже делать, но они, мне кажется, держат, магнит будет плохо, иголки. Это так декоративно. Да, вот я тоже сделала, и они я больше декоративные, сделала, чем вообще это. Схему держать. Какой великанчик. $48. $6500. Фоточка 24. Вот книжки держали, пинчики металлические, $115. Красоты. $429. Шикарный, просто шикарный, для любителей вот-вот всего-всего. Здесь можно найти, наверное, какие-то очень редкие вещи. Находится в Point Lumi. Не знаю даже на какой улице, может выйду, потом покажу. Военная атрибутика всегда. Фотографии даже старые. Обалдеть.
просто шикарный магазин. Он настолько огромный, здесь, наверное, целый день можно ходить и не проходить все. Смотрите, старые какие. Бабусечка, ягусечка. Машинка какая. Смотрите, с лампочкой. Винтажный Рэмп. Зая. Какая Зая? Зоя, $89. Чего? Пепсикола. Просто вообще. О, телефон, телефон, смотрите, какой телефон. Класс! Телефон, да? Денка, раньше такие телефоны были, вот так вот крутить надо было. Гвардия, Отечественная война. Давай купим кисочек. Обалдеть. Буддистские. Буддистские. Смотрите, какой конь. Длинный. Вот еще длинный конь. Обалдеть. Дверь какая. 6500, я посмотрел уже. Здесь пусто. Маленький. Поехали? Сейчас он пьет. Не работающий. $645. Стол какой. Шляпочки всякие. Кружечка какая красивая, миленькая, фарфоровая. Кофейна. Так прикольно, раньше фотографии, да, вот на таких этих самых картонках были. Всем старый. Король. Кто? 279. Он вот такой здоровый. Есть целый. И здесь 189 к нему уже относится. И здесь, а, это, наверное, парный 189. Белый 249. Вот такой. Мишутки. Я думаю, что я сюда, возможно, еще вернусь и поснимаю. Очень большой магазин. Очень. Мама, мама. Просто ряды, ряды и комнатки. Купим. Купим. Нет, Дрюнка, мы не будем это покупать.
Можешь, пожалуйста? Я обязательно еще вернусь в этот шикарный магазин, поснимаю все. Здесь невозможно быстро уйти, все рассмотреть, это просто нереально. Спасибо огромное за просмотр, спасибо за подписку, за лайки, за комментарии. Всем пока-пока!